ничего не получалось. Со второй тайм драйва Чертанов очень подустал. И у нас после же футболисты, собственно говоря, сделали результат. Первый сбор команда проводила в Дагомысе, не играла ни одного матча. Это первый матч. Трудно проводить первый спарринг? Первый спарринг всегда трудно, плюс еще утренняя игра. Всегда тяжело играть, мне кажется. Первый спарринг всегда тяжело. Хорошо, что нам, скажем так, достался не самый сильный соперник. Хотя, надо признать, что первый тайм, я же говорю, ребята очень свежо выглядели, я имею в виду команду Чертанова. А вообще, что скажете о соперниках? Наверняка результаты вчерашнего дня вы знаете. Есть неожиданности? Ну, я думаю, Тула преподнесла неожиданность. Наверное, всем по делу. И опять же, Тула может быть неожиданно, а может быть и нет, потому что молодежь играет зенитиково. Кто-то набрал форму, кто-то молодежь быстрее набирает. А в Туле, наверное, поопытнее ребят, может быть, поэтому не получилось. А вы сказали о набранной форме, а в какой форме находится Факел? На сколько процентов готовность можно оценить команды? Факел находится в той готовности, которая нужна для турнира, скажем так. На пик формы надо выйти в сезон весенней части, чтобы выглядеть хорошо в весенней части. Поэтому мы будем стараться выйти на пик формы весной, через месяц. В этом году турнир проходит по новой формуле. Проиграешь, убиваешь из борьбы за кубок. На ваш взгляд, это придаст интриге? Или же наоборот, как ты проигрываешь и обидно, и все, больше не борешься за кубок? Ну, я не знаю, мне кажется, без разницы совершенно. Хорошо, что мы выиграли. Поэтому мы о проигрыше не думаем. Спасибо вам большое. Спасибо.